Kia Sportage, двигатель G4 KD, капитальный ремонт двигателя. Сейчас давайте заведем, посмотрим пробег и послушаем, как работает. Ой, какой стук хороший. Это вот он и есть, да? Из-за этого стука он и приехал. Михаил, что такой грустный? Какие ваши планы? Все, разбираем. Глушим. Приступаем к работе. Ухоженный автомобиль. Чистенький, аккуратненький. Ну, владелец с детьми катается, поэтому понятно, что отношение к машине достаточно бережное. Не затерто ничего. Миша, кровь пустил. Ты же видишь, жжёт-то льёт. Быстрее банки подносить надо. Можно отмыть, да? Масло, пыль, да? Металлическая. Или присадки где-то в отеле. Ну, это, видимо, пытались вылечить. Самым простым способом. Ну, сейчас дождемся снятия и вскрытия. Там будет более понятная картина. Снятый мотор, внешне сухой, явно течей нету. Так, катализатор уже здесь удален. И полный привод отсюда. Маска была заложена. Но моторчик в целом чистенький. Цепи живые, но владелец привез новые. Нагара практически нету. Значит, масло меняли часто. И следили за мотором. На крючке тоже мало смолистых отложений масляных. А у него масла в багажнике нету? Есть. Кикс будет заливать. Какое? Кикс. По вкладышам что скажешь? Пока нормально. Это нормально. Смотрим дальше. Здесь хорошее. Ничего нету. Ну, явно таких косяков. Но в основном стучали поршни. Ну, стандарт, да. Вот и думай, да, какое масло лить. Вот такое, вот такое, а все равно. 100 тысяч и привет. Естественно, 30, 4. Ну, они все покосили больше. Ну, да, первый вот только еле-еле. Шатун, ну, вкладыши тоже хорошие. Ну, вот, смотри, да. Вот это корни. Да, это корни. Они все, в принципе, вот такие. Идеальные. Не, ну, видно, что машина рабочая, но все равно такое... Технического вообще. Вот, тоже моряков. Тоже все. Абсолютно в хорошем рабочем состоянии. Следует или нет, не будет. Да, оставляем. Ты масляный носок тоже оставляет. Ну, раз задиров нет, да. Потому что масляный носок. Это у нас четвертый. Третий. Второй и первый. Соответственно, будет блок гильзоваться. Ну и, естественно, детали разового монтажа. Все эти колпачки маслосъемные, прокладки, сальники. Все будет заменено на новые. Клапана притерты. Это выпускной клапан. Фаска. Притирать их надо. Ну вот они раковины. Вот это как отзывавшегося масла. А это впуск. И все намного лучше. Ну потому что температурный режим клапана совсем другой. Не
не так сильно на нем угорает масло, как на выпускном. Затерли клапана и установили новые трубочки. Мы закончили чистовую обработку. Здесь как раз хорошо видно, что нам удалось сохранить оригинальную чугунную гильзу. Это очень хорошо видно по разнице цвета. Серебристый алюминий, серый чугун. Что говорит о том, что гильзу новую будет запрессовано по посадке чугун по чугуну. Гильзы запрессованы, и данная посадка обеспечивает отсутствие разницы теплового расширения, что благотворно сказывается на долговечности работы двигателя. Так, Миш, это ты уже вчерашний мотор собираешь, я так понял? Да. Блок расточили, загильзовали. Загильзовали, да. Так, новые поршни, новые кольца, соответственно. Новые гильзы. Так. А цепи? Цепь масляная, старый владелец решил оставить, а верхняя будет новая, с натяжителем. Ну и башмаками, естественно. Кстати, вот комплект прокладок, который приобрел сам владелец на этот двигатель. Мотор собран, готов к установке. Компрессор кондиционера на машине висит. Дайте Михаилу подъемник, и он перевернет мир. Ну, раз уж сняли угловой редуктор, да, помазать шлицем. Ну да, он был помазанный, но мы всегда мажем, потому что снимаем, чтобы все было смазано. Пишите комментарии, ставьте лайки. Михаилу скажем огромное спасибо. Приезжайте, будем рады видеть.